Итак, я читаю Евангелие от Матфея, первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урией, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима. Иоаким родил и Иехонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вторая глава Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов,
выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, другим путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «Голос в раме слышен, плач и рыдания, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». После смерти же Ирода ангел Господень во сне снова является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву. Умерли искавшие души младенца». Иосиф встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророка, что он Назареем наречется. Третья глава из Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому
сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Четвертая глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, пошли за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятигратия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
Теперь я читаю пятую главу из Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он, то есть Иисус, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать.
и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие Матфея, 6 глава. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 7 глава. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него.
Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивлялся учению его, потому что он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не говори, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
и выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, и Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предостав мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Евангелие Матфея, глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Иди за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме,
многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь! Вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
и, призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый — Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем. Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома называли Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на крышах. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим
небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда кончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Ибо он тот, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас,
то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро?» Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и кто-то сказал ему: «Вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Евангелие от Матфея, глава 13. Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять.
И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы и домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом,
так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все это Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла своей матери. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою.
Таким образом, вы устранили заповедь Божию вашим преданием. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово твое, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, это оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а кушать неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ удивлялся, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
Евангелие от Матфея, глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое?» Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
Евангелие Матфея, глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не говорите о виденном вами, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, кланяясь перед ним на колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете этой горе: перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, это определенная дань на храм, и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, попавшуюся, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, то есть 4 драхмы, возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 18. В
то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах? И не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говоря: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел,
а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал ему ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится над другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, вышел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы все оставили и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы Своей сядете и вы, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие Матфея, глава 20. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около 6 и 9 часа и сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься,
но дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтоб ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Евангелие от Матфея, 21 глава. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков денег и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились
и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошел к другому, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, 22 глава. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю,
который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» А тот молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев, первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, сказанного вам Богом: „Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых“?» И, слышав, народ удивлялся учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, 23 глава. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Говорю вам, книжники и фарисеи, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам,
книжники и фарисеи лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен грядущий во имя Господне». Евангелие от Матфея, глава 24. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, — берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это только начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила,
стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите, «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великой. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем своим имением поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, 25 глава.
тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня,
был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 26 глава. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежавшему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. В
Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При этом и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, и Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. И Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу:
как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня? Это же все было, да совершится, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по щекам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает того человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и вышед вон, плакал горько. Евангелие Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит:
и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бил, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона. Его заставили нести крест Иисуса. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилю, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От 6-го же часа тьма была по всей земле до часа 9-го.
а около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани!» То есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его!» Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, очень устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтоб ученики его, пришедши ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.
И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».